Здорово, YouTube! Здорово, Дзен! С вами Джон, он же быстрый гайд по ловле рыбы и по экзотическому квесту 312. Сегодня в этом ролике мы заценим, как же нам поймать, собственно, экзотическую рыбу, которая нужна нам для квеста на винтовку разведчика. После вашего лайка, подписки на канал, прожатия колокольчика, прохождение по всем ссылочкам, описание ролика для поддержки стримера. Итак, Банжи вчера ночью поправили ошибку, из-за которой новая экзотическая рыба, карп, не падала. Она теперь разблокировалась, и как можно понять было, да, то, что когда вот вы вставляете эту рыбу в шлеме, вам выпадает небольшой квестовый предмет, который нужен будет нам потом для дальнейшего квеста. Как выяснилось, для винтовки разведчика экзотической первый слот, который будет доступен нам на 10-й неделе сезона глубины, как нам подсказывает LightGG. Так что какое-то время у нас есть для того, чтобы все эти шаги выполнить, но будем делать это все по мере поступления. Там потом на следующих неделях у нас еще 2 экзотических рыбы осталось, то есть всего их у нас 4 в игре. Но, видимо, у нас есть одна рыба, которая ни на что не влияет, ту, которую мы ловили все это время, еще 3, которые нужны для этого квеста, которые надо ловить. И, может быть, они эксклюзивны, каждая для своей планеты. То есть на этой неделе у нас падает в тронном мире, потом будет падать в ЕМЗ, потом на Нессе, соответственно. Поэтому на этой неделе лучше эту рыбу сфармить, чтобы не отставать от квеста, потому что потом иначе вам придется 3 недели ждать, чтобы этот квест сделать. Ну, это по моим предположениям. Потому что сейчас у нас идет какая? 5-я неделя, потом на следующей неделе будет 6-я, 7-я. А, ну, в принципе, по второму кругу можно будет до 10-й недели еще успеть полутать эту рыбу. Ну, так, на всякий случай, что кто не захочет ждать. В общем, погнали в игру, покажу сейчас парочку футажей, во-первых, с этой рыбой, потом куда ее вставить, и потом куда вставить клинок. Так, так. Что, поймал, что ли? Так. Чего? Есть, 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 есть. Ура. Наконец-то, наконец-то. Подожди, все. Ага, поймайте шепчущего мотылькового карпа. Да, полетели. Да, да, одна есть. Полетели, крем. Все. Так, рыбка, рыбка, рыбка. Эся, выпустите запуску рыбу. Ага, сломанный клинок вражды. Да, и что? И экзотическая. Сейчас нам надо залететь в погружение. Вот, смотри, когда вот мы этот сломанный клинок подбираем, он у нас появляется в рыболовных снастях. Вот видишь, сломанный клинок найден в мире престоле Саватун. И немножко пройтись, совсем чуть-чуть. И повернуть еще направо. Ну, там надо будет статую ставить. Ладно. Хватить как больше кораллы эгрегора на этой глубине и нанести урон силам захватчика. Откройте скорее сейчас дух. Так точно. Страж, ты налево, я направо. А, быстрее. Если нападем одновременно, все, все, они сделали. Не сообразят, так, идем теперь. Отбиваться. Ну, я здесь. Вниз спускаться? Да. Не спускаемся, и там немножко сейчас, направо надо будет пройти. Поджопники не даст сейчас. Где-то, так, по-моему... Подожди, не уходи, я здесь заберу эту штучку. Да какую штучку? У нас тут... А, алкашку. Контент. Так, вроде бы вот сюда. Вроде бы сюда. А, да, вот она. Вот сюда вставим, и сейчас тишина. Подожди, куда вставляем? Ах ты, блин. Тихо-тихо-тихо. Моря Титана, пока волны не устрашатся моего имени. Ага, круто. Так, теперь надо подобрать пузырик. Угу.